17 ноября, 17-й год, Харьков. Ну, что такое? 6:56 по Киеву. Солнышко лучистое. Не надо и до дня рассвета снимать. Только что снял парад планет. Юпитер, Венера и Луна стали в треугольничек над горизонтом. Что ж такое, ты не фокусируешься никак, а? Не хочешь? Подождем, пока ты посоображаешь. А, молодец. Безветренная погода, вообще красота. Да, завораживают рассветы, конечно, просто завораживают. Сейчас минимальная активность солнца, то есть пятен вообще нет на солнце, говорят, что бывает редко. Красотища. Движение Луны. Тьфу ты, Луны. Движение Солнца по экрану — это движение, ну, вращение Земли относительно своей оси. Да. Ну, в общем, нормалек. Думал, облака, туман помешают снимать. Нет, все в порядке. Наш Харьков. Что ж такое, ты не фокусируешься на таких? Пробуйте.
О. Ни протуберанцев не видно, ничего. Хорошо удалось недавно снять. Уже высоко поднявшееся над горизонтом солнце. Попало в туман, так я прямо с балкона снял. Пятна было хорошо видно на солнце. Очень четко, контрастно. Красота. Да, будет у меня сотня этих восходов в коллекции, подсказывает мне что-то. Страна восходящего солнца. Лады. Хорош, наверное, камеру жечь. Ну, а Харьков в тумане. И привязаться не к чему. Ну лады, 17 ноября 2017 года, Харьков. Парад планет сняли, восход сняли, чего еще желать.